И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival WoW, все так же на фьордах. И что получается? Последняя серия. Все боссы пройдены. Альфа, бета, гамма, все пройдено. Все головы есть. Остается только что? Правильно, остается только победить. Победить самого босса игры. Лишнее сейчас сложим сюда, чтобы не мешалось. Да, читерно, с помощью гиги. Ну а что поделаешь? Ну, тут так просто было бы два варианта. Я бы потратил еще неделю на выведение рексов и видео не выпускал. Ну, камон, зачем выпускать видео про то, как я вывожу рексов, хотя это уже было на Айсленде? Логично, логично. Но это неделя только в лучшем случае. Вот, поэтому... Раз есть возможность с помощью телепортов, то почему бы нет? Да, чё? Мы идем, получается, на обелиск. И там место вызова босса. Самого главного босса игры. Обелиск любой. Я выбрал зеленый, потому что он ближе и... Прогружаться будет лучше. Угу. Надо взять руну. Я все-таки хочу еще попробовать все-таки 100 хотя бы рун взять. Блин. Пытался вспомнить, на кого кнопку сбрасывать полет. 98 рун есть. Уже хорошо. Ну вот, остаются еще 2. 2 руны, я думаю, найду. И там уже будет видно, что как-то где. Почему акуланг? Ну, потому что, блин, у меня на нем стоит этот полет. На этом у меня стоит скин. И все тут. Что поделаешь. Но я думаю, гигу также сюда нельзя будет призвать. Чисто логично. Так что вы больше нигде не увидите. Кроме как в моих читерных видосах. Складываем вот, вот, вот. И, как видите, уже можем все призывать. Все, просто офигенно. У меня все головы есть, всех боссов я могу призвать. О, кстати, да, точно. Бета работает для гаммы, так что давай-ка лучше сделаем вот так вот. На всякий случай. Пяу, пяу, пяу. Так будет понадежнее, да? Когда у меня вот гамма, гамма. И гамма. А то мало ли, альфа голову у меня заберет, и я такой. А я подумал, что. Ой, я подумал, что так нужно. Так, бета, бета. И так вот бета, да? Да. Вот, и вот они все классные. На всякий случай сделаем лучше. Так. Все. Вызываем босса. Я даже видосов не видел по нему. Ничего, нигде, никак. Соответственно, да. Седло, все нормально. Но по картиночкам сильно-то и не понять, но... Не, по картиночкам вообще нифига не понять. Вот я вижу только скала, что-то где-то, как-то, зачем-то. Интересно, интересно, что там за локация такая. Гигу, естественно, не призвало. Но у меня есть... читерный способ. Так, где мы находимся в итоге? Ага, мы находимся в районе Асгарда. Прям под небесами. Красный артефакт. О, красный обелиск. Местный обелиск. Ну что ты сагрился на меня, а? Ну вот что ты за создание такое? Взял, сагрился. Ой, ой, ой. Начал шипами гасить. Так, ну понятное дело, мелкий фенрирчик мне вообще ничего не навредит. Но, так, ну, его, конечно... Оу! Выливает седло! Вот это кайф! Нифига себе! Офигеть!
Так, ну я отступаю и бью, отступаю и бью. Как бы очень даже неплохо. Ну нифига себе. Вот седло то, что выбивает, это, конечно, очень кайфово. Так, здесь у меня ничего. О, Фенрирчика дали. А, интересно. Слушай, дали Фенрирчика, но... Я смотрел, когда видосы говорили, там голова Гамма Фенрира и Фенриса. Хм, интересно. Там говорили, что только за альфа дают Фенрирчика. Возможно, у них левела другие идут. Типа 150, там 300, 450. Возможно. Давай посмотрим, что у нас вообще здесь за локация. Ну, блин, прикольная локация. Красиво сделанное. Да, все-таки интересно. Ну и еще я не узнал до сих пор, где находится непосредственно это. То есть под землей, над землей. Блин, теперь с этим модом, который показывает, сколько километров метров до Диноса, это прям. Ну теперь мне охота вот это все узнавать, еще больше информации. То есть раньше ты смотришь просто по карте. А где ж ты находишься? А сейчас еще больше мне всякой тупости интересно. Давай, погружайся уже, долбанная игра. Давай, ты сможешь грузить. Кстати, я не заметил здесь ни на одном боссе этих... Иу, как откинуло. Ни на одном боссе я не заметил... Нет, дефолтная такая яркая гамма, ужас. Рун. То есть на боссах рунов, рун нету. Это самое главное. То есть прям в этом плане, конечно, респект, что их там нету. Криоподзаряд. Это чисто Фенрир или детеныш Фенрира? Интересненько. Интересненько. По идее, детеныш должен быть. Но, допустим, посмотрим по глазеям. Это у нас... А, ну это у нас артефакт, да, все правильно. Так, вызываем гамму. Конечно, сейчас было бы тупо нажать на зеленую в итоге. Это прям было бы сверх идиотия. И пойти по новым боссов валить. По новый артефакт собирать, босс валить. Вот это все, я такой, типа, молодец, все дела. Нажал мне на ту кнопку. А, точно. А че я залез-то? Еп. Опять ноги переломал? Нет, не переломал, хорошо. А, это я это выкинул. Думаю, что там за фигня валяется. Так. Сыгрался? Не сыгрался, отлично. Так, давай посмотрим, кто у нас есть. Ну, допустим, на топежу. Сетываемся, сориентируемся, да? Нажал на топежу, появились десмоды. Что? О, так мы под землей находимся. Клево. То есть мы находимся что-то между Асгардом и Мидгардом. Хм, интересно. Это прям интересно. Асгард, он находится на 3000 километров. О, на 3000 метров. А это находится на 1500. Ёб твою ж за ногу. Ох, это я как вовремя засел в седло. То есть, если бы я не успел бы засесть в седло, то, возможно, по мне бы что-то пошло не так. Очень, очень сильно морозит. Это переваривает. Ваша скорость движения снижена. Но это уже фигня, конечно. Я очкую просто. Ах ты ж. Фу, самое главное вовремя успеть спрыгнуть на это. Почему? На всякий случай. Мы люди, конечно, рискованы, но не настолько. Морозит прям. Огонь. Точнее, лед. Супер. Вот так вот отступаем. Ох ты, камешками кидается, а. Отступаем и бьем. Если что, я сейчас бью. Я все продолжаю бить. А она нет. Сейчас заморозит. А, нет, все.
Не, ну супер. Два, два раза седла убил, урона не кисло внесено. Прям, дай боже. Прикольно, прикольно. Еще раз, прикольно. Так, здесь в инвентаре ничего нету. Что нам дропнулся? Фенрирчик, 190 левел. Угу. Самец, 190 левел. У них еще и... Их еще и разводить можно, по ходу дела. Интересненько, интересненько. Очень интересненько, я бы даже так сказал. Так, ну что. Погнали. В конце, конечно, вызовем фенрирчиков. Обязательно посмотрим, что как где. Там детеныши. Или все-таки, ну, я думаю, все-таки детеныши, их нужно будет выращивать и так далее. И последняя босяка. Кстати, вообще хоть что-нибудь, какой-нибудь дроп-то был? Но нет, точно нет. Офигеть. Здесь вообще ни мяса, там ничего с них не дропается. Прикольно. Да, ну, с головами, конечно, мы уже ничего сделать не можем. Просто трофеи. Красненький. Красненький фенрирчик. Жесткий, мощный, сильный. Да уж. Это часто даст ночью прикурить. Хорошенько даст прикурить. Так. Зачем я опять залез? Отхиляемся. Погнали. Пиу-пиу-пиу. А, кстати, да? Сразу же берем вот это. Сразу же... Торопим. Хоп-хоп-хоп, отличненько. Вот стоит, не агрится. Вот сейчас, давай проверим. Он сагрится? Вот я стою сейчас далеко. Угу. Вот они пошли, волки. Да, он просто автоматом агрится. То есть он дает время на подготовку. И потом автоматом уже агрится. Бам-бам-бам. Шипы подкидывают. Вот, фенрирчики, конечно, это вот такие вот, а, в криоподах там. Да. Жестко. Сильно. Урон, конечно, вносит. Просто дай боже. И хп у тебя дофига. Отойди, отпусти, пожалуйста. Я просто реально боюсь, что если там будет край, то я просто туда вывалюсь и все. Так. Ну и давай заодно посмотрим немножечко на... Ох ты, нифига. Блин, жаль, я только сейчас заметил. Там постройки стоят. Офигеть. Блин, ну, конечно, туда точно не получится прийти. Здесь стоит клетка. Это клетка Фенрира. А, цепь, все дела. Опа. Там, получается, по мифологии, если я не ошибаюсь, что... Когда... Вроде бы, когда Фенрир падет, настанет Рагнарёк, или когда он сорвется с цепи, что-то типа того, короче. В общем, Фенрир — это предвестник конца света, можно так сказать. Если я не ошибаюсь. А тут Фенрис вообще. А Фенрис... Га, полетел. Фенрис, Фенрис. А здесь у нас Фенрир. О, это Фенрир. А это Фенрис. Хм. А там Фенрир. Интересно. Ну, может, это локализация так, ну... Опача. Нифига, видали, сколько урода-то? Вот это я понимаю. Ну, альфач, одним словом. Классно. Классно! Главное, чтобы за край не упасть. Я не знаю просто, есть здесь край или нет.
Но я точно туда упасть не хочу. Вы получили награду Фенрир. А вот теперь это написали. Так я и до этого их получал. И молот Мьёльнир. 225-й самка. Угу. И еще трофейные головы. Неплохо. Ну, элемент это такой побочная уже фигня. Блин, клёво. Клёвая локация. Это клетка. Обелиск. Так, ага, здесь я пройти не могу. И там постройки. Блин, классно. Все-таки упасть я не могу. Отлично. Хоть, как говорится, и на этом спасибо. Да, ну, ресурсов здесь добыть не получится. Здесь ресурсы камень. Кстати, по хп-то видали, как пронесло? Ху-ху! Альфа, одним словом. Там реально половина хп. У такого гиги половина хп, прикиньте. Он просто как мобов разносит там в хламину, в говнину. Всех. Да уж, это тебе не хохрушечки. Но и у меня непростой, так сказать, гигам. Во, красота. Вот так вот получше будет видно. Гамма, бета, альфа. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Самка, самка и самец. Вот это. Так вот они были. Бета... О, гамма, бета, альфа. Ну, давай тебя вот попробуем вызвать тебя для начала. Нет! Уху! Это не детеныш. Это уже чисто... Уже. Так, окей, клёво. Вызываем дальше. Плюс один. Серьезно? У них как работает как стая? Офигеть! Они еще и работают как стая. Плюс два. Кстати, броня. Броня плюс 10. А, простой ледяной мех, плюс 10 броня. Все как бы по стандарту. Веса дофига, урон и все дела. Хм, прикольно. Раскраска у всех совершенно разная. Конечно, можно еще вот вывести вот тебя и тебя, скрестить и вывести, допустим, Фенрирчика. И взять на другие карты. И там тусить с Фенриром. Бэм! Какая мне идея в голову пришла. Кстати, вот это получается Мьёльнир можно на тег меч. Но использовать можно только со 190 левела. 190... Понимаете? За все время 182. А там 190 левел. Это просто ужас какой-то. Кстати, по характеристикам. Что у нас по характеристикам? Давай посмотрим. Раз уж времени осталось дофигища, давай посмотрим, что у нас по характеристикам. Так, первый, второй и третий. 35, 30, 25. 20, 30, 49. Ну, понятное дело, альфа будет чисто от левела все очень сильно зависит. Очень, прям очень-очень-очень сильно. Даже еда и то больше. Уж что-то говорить там. Но прикольно. Прикольно. Кстати, кислороду больше всего у беты. Такие дела. Так. Давай проверим, что будет. Так. Кстати.
Вы все на нейтралке сразу стоите. Отлично. Поведение. Включить. Разрешить специальные атаки ИИ. Прикольно. Но, смотрите, спаривания-то нету. Блуждание есть, а спаривания нету. А, так они не готовы к спариванию. Смотри, они не могут спариваться. То есть, если вы сможете здесь, вот видите, для спаривания включить блуждание или режим спаривания. А здесь такого нету. Давай включим просто режим блуждания, допустим, да? И вот здесь режим блуждания. И ничего не изменится. То есть, вот они блуждают, но ничего не изменилось. Прикольно. И это они, так сказать, я же отключил режим блуждания. А что я там тогда нажал? Переказать следовать, что ли? Да вроде бы нет. Так, а ты блуждаешь? Нет, не блуждает. Давай посмотрим атаки. Бог с этим всем. Давай посмотрим атаки. Конечно, да. Фенрир прикольный. Ух, как прыгает высоко. Ну, давай проверим атаки. Заряжается лед. Урон, конечно, прям ни о чем, я бы так сказал. В сравнении. Это у нас идет на заряде. Вау! Это я всех замораживаю вокруг. Прикольно. Так. Сейчас проверим. Ой, долго-то стоит замороженным. Классно. А это я немножечко его притормаживаю, по ходу дела. Блин, прикольно. Так, какие нам дают эффекты? Защита от холода, наверное, все-таки это... Ледяной укус был. Усиливает морозную броню, отражая получаемый урон противникам и гарантирует неуязвимость к эффекту мороза за счет выносливости. Прикольно. Прикольно, то есть он за счет этой своей брони отражает урон, как бы, и прикольно, прикольно. То есть, как бы, я бы так сказал, это не явно не гейм-эндовый Динос, но в целом прикольный. В целом, я бы даже сказал, очень прикольный. Ну-ка. Нет, это чисто вот заморозка, как она есть. Ничего. Так, зазываем их всех. Потому что здесь, по ходу дела, все-таки срабатывает эффект стаи. Но здесь сейчас мы еще увеличим... Кстати, не, погоди. А давай для чистоты эксперимента. Так, ты у нас самец. Вот тебя мы отзываем. Вот чисто самками пойдем. И посмотрим. То есть сейчас эффект, по идее, урон не должен увеличиться. То есть вот, допустим, наносим урона 356. Так. Отлично. И сейчас кого-нибудь еще найдем. Ах, кстати, сейчас погоди. А вот теперь стой здесь. И вот она закончилась, броня. Это укус. А, я всех замораживаю и на себя накидываю в эту броню. Вот оно что. Прикольно. То есть я не только всех замораживаю вокруг, но я на себя еще эту броню накидываю. Дополнительную. Кстати, а здесь... О, 80 брони стало. Ледяной мех легендарный стал, 80 брони. А до этого было десятка. Класс. Супер, супер, супер. Так, погнали. 339. Вносливый закончился и... О, там альфач. Альфа-раптор, конечно, это весело, но... Он урона будет вносить не кисло. А я пока что еще не прокачанный. Ну, в общем, эффект стая все равно работает.
Ну да. Вот он получается 339 и 356. Это я бил в этого. Прикольно. И сейчас еще вызовем, то есть всех троих. То есть еще будет эффект самец-самка, все дела, вот это вот семейные узы. И еще и дополнительные плюс 2 будет, то есть то, что дополнительно увеличенная стая. Так, и 496. Собственно, вот их трое, и уже насколько урон увеличился, прям в разы увеличился. Плюс еще и эффект именно это. Кстати, мы сейчас можем проверить же, какой именно эффект. Так, так, нет, берем. Ну, в общем, короче, вы поняли. Все, хватит. Хватит, это будет надолго. Единственное, что, допустим, можно тебе прокачать урон и посмотреть, насколько, то есть вот 17 лов вкинули в урон, и посмотреть, насколько урон увеличился. Так, допустим, все с собой. Ну, по 1000, по 1500 стал он вносить. Это прям жестко. Урон, конечно, жестко увеличивается. Прям, я бы так сказал, очень жестко увеличивается. Кстати, эта хатка у меня стоит уже здесь очень давно. Здесь же бобров раз на 50 поубивали, а хатка все еще стоит. Да. Соответственно, можем еще урона включать. А так, по сути, это обычный волчонок, просто имеет броню лучшую и имеет вот такую штуку, как заморозка. Интересно, на этих сработает? Оу, на этих также срабатывает. Вот это я понимаю кайф. По 1500 пошел вносить и разносить. Пиу-пиу-пиу. Просто как нефиг нафиг. Так, а теперь давай сравним вот... Без вас. Давай сравним урон. 1200. Ну вот, собственно, они дают мне увеличивать урон на столько. Сами видите, насколько. Да. Ну вот, как-то так и заканчивается этот сезон, получается. Боссы пройдены, фенрирчики смотрены. Я все-таки, наверное, возьму самого... сильного фенрира с собой. Ну, по крайней мере, попробую закинуть его в облиск, и там уже посмотрим. Перекинется, не перекинется. На другую карту. В следующем сезоне, соответственно, будет уже следующая карта. Если не ошибаюсь, это Lost Island появлялась следующая карта. Ну, то есть перед фьордами... Если, сразу говорю, если я что-то забыл, то, ну, блин, ну сорян, бывает. Ну, что-то показалось вместе по карте. А так вроде бы все, все боссы пройдены, фенрир пройден, мы фенрир погоняли, посмотрели, что, когда, где. По сути, такие усиленные волки. Добыть их только раз в 500 сложнее, чем обычных волков. Раз в 500, это легко сказано. Но прикольно. Прикольные, конечно, побег от на них, ну, это больше фановое. Фановое, что, типа, ну вот ты прошел, вот тебе подарок. Не более, как я считаю. Выводить их нельзя, конечно, да, если бы их можно было выводить, то было бы, конечно, прикольно. Прошел там рифачей, самка-самец, и тогда уже выводишь. Да, в этом был бы смысл. Но а так их выводить нельзя, то это уже явно не эндгейм-контент, и чисто просто по фану. То есть не просто вот, как видите, флаги там, не просто трофеи, а вот живые, так сказать, трофеи. Это, конечно, лучше. Это лучше, чем любые другие боссы, когда там просто голова, трофей, все дела, вот это все. Ну, и чё мне от этого флага? А вот фенрирчик на базе, это уже поинтереснее. Да. Ну, а на этом уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.